Дорогие друзья, братья и сестры, я всех приветствую любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И сейчас я в продолжение нашего служения, собрания, нашего общения прочитаю хорошо известное место из первого послания Петра с 3 главы и поделюсь некоторыми размышлениями. И хочу сразу сказать, что размышления, они складываются не только это вот мои размышления. Эти размышления складываются из справочной литературы, размышления складываются из всевозможных, ну не то что всевозможных, а достоверных источников, к примеру, там учителей разного времени, комментаторов. Вот, просто когда мы чьи-то размышления выдаем за свои, то мы как бы делаем неправду, и это очень-очень нехорошо. Поэтому я как бы вначале хочу сказать, что есть, конечно, что-то и Господь моему сердцу открывает, а что-то вот Он уже открыл кому-то. И слава Богу, что это все вот так вот соединяется в одну хорошую цепочку, и действительно получается назидание для себя, и вот этим вот назиданием хочется поделиться с народом Божьим. Я прочитаю отрывок довольно-таки продолжительный. Это 1 Петра 3 глава 16 стиха. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен во плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал. Некогда непокорным, ожидающим их Божию долготерпению в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобный сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Вот такой отрывок. Здесь много вопросов, но если мы понимаем, о чем здесь идет речь, и находим ответы на эти вопросы. И действительно, очень хорошо и подкрепляет нашу душу, чтобы нам следовать за Господом и достигнуть вечности. Дорогие друзья, имейте добрую совесть. Так говорит апостол Петр. Иметь – это значит обладать и поддерживать. Обладать и поддерживать. Имейте добрую совесть, обладайте этой совестью и поддерживайте ее. Здесь как бы в самом начале апостол Петр дает нам такое повеление. У вас есть добрая совесть, поддерживайте ее. Не будете поддерживать добрую совесть, у вас не будет добрых дел. У вас не будет добрых дел, с чем придете на суд Христов? С чем? Ни с чем, дорогие друзья. И вот с этого начинает апостол Петр это увещание. Имейте добрую совесть. И слово «добрая совесть» с греческого языка есть там несколько переводов. Слово «доброе» оно и мягкое, оно и кроткое. В одном месте это слово переведено как «кроткое», в другом месте переведено как «мягкое». Вот в этом месте Священного Писания его переводчики перевели как «доброе». Потому что по контексту здесь еще можно сказать и чистая совесть. То есть мягкая, кроткая и чистая совесть. Все это включает в себя понятие «доброе». Вот, дорогие друзья, обратите внимание на мягкая совесть. Размышляя над этим, действительно, вот она должна быть у нас мягкой. Потому что если наша совесть с вами будет ожесточена, то представьте себе, как веяние Духа Святого, которое ни в громе, ни в молнии, ни в шуме, а в тихом ветре будет воздействовать на нашу совесть. Если наша совесть жесткая, если она ожесточенная, если наша совесть не принимает ничего, она твердая, как вот написано у пророков, что они, у них выи твердые, как железо, несгибаемые. Если такая совесть, как Дух Святой будет на нее воздействовать? Как Он будет ее обличать и как Он будет наставлять нас? И поэтому апостол Петр, зная все это, говорит Духом Святым, имейте вот эту мягкую, добрую, кроткую совесть. И, дорогие друзья,
конечно же, откуда берется вот эта совесть? Где взять вот такую совесть, добрую, мягкую, чистую? И, конечно же, те, кто следует за Господом уже не первый год, и те, возможно, кто только начал свой путь, вы сразу после покаяния ощутили что-то в себе такое необычное. Если раньше ваши глаза смотрели на какие-то определенные вещи, и вы не считали их греховными, и как-то все было нормально, все было спокойно, но после покаяния, после обращения к Иисусу Христу, вы смотрите вроде бы на то же самое, а что-то внутри нехорошо, а что-то внутри тревожит, какой-то колокольчик такой звенит, и хочется отвернуть глаза от этого и обязательно поднять их к небу и сказать: «Господи, прости, здесь что-то не то. Может быть, я на данный момент не понимаю, но вот внутри что-то у меня не то. Господи, Ты мне покажи, укажи, чтобы мне исправить это и не делать больше». И вы знаете, Господь потом впоследствии через Слово Свое, через проповедь, через братьев, Он указывает, что не то, что не так. И мы уже, зная и имеем вот это знание в сердце своем, можем исправлять свои пути. Вот так вот действует наша добрая совесть, вот так вот действует наша мягкая, чистая совесть. И главное, нам ее нужно сохранять. Главное, нам ее нужно поддерживать. И, дорогие друзья, братья и сестры, дальше идет такое место Священного Писания, которое мы очень часто читаем, и обычно, когда идут беседы с крещаемыми, когда готовится душа к крещению. «Так и вас, подобное всему образу крещения, не плоской, не чистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». И здесь мы встречаем такое слово, как «обещание». Обещание доброй совести. Но прежде мы читаем «подобное всему образу крещения». Крещение – это ответ Богу, выражающий доверие к Нему. Вот такое определение, очень краткое, возможно, емкое, если мы его запомним и вдумаемся. Крещение – это ответ Богу, выражающий доверие Ему. И поэтому в конце нашего собрания всегда служитель говорит: кто желает заявить на крещение? Дорогие друзья, в вашем заявлении есть ответ Богу. Ответ Богу, что вы Ему доверяете. Если вы пренебрегаете этой заповедью, то значит своим действием и поступком вы говорите, что «Ты меня спас, но я тебе не доверяю». Поэтому акт крещения, он очень и очень важен в нашей жизни. Не только в самом начале, но и в конце. И вот, дорогие друзья, дальше идет такое слово, как «общение», «обещание». Его можно перевести еще и как «вопрос», как «расспрос» и как «прощение», «прошение». И также как «заявление». Понимаете, вот в этом слове вот такая вот емкость. «Вопрос», «расспрос» и «прошение». Но о нем по порядочку, и потом, может быть, чуть-чуть дальше мы с вами, я попытаюсь рассказать об этом слове, и оно очень и очень интересное, и многое открывает вот в этом месте Священного Писания. Дальше мы читаем: «Так и нас, подобное сему образу крещения, ни плотской, ни чистоты, а мытья». Дорогие друзья, братья и сестры, нужно понять, что крещение не плоской, не чистоты, а мытье. И апостол Петр говорит это очень четко и ясно. Потому что он говорит это евреям, которые прекрасно знали вот этот ритуал крещения. Иоанн Креститель приходил, он тоже крестил. Он не делал что-то новое. Они прекрасно знали об этом. В еврейском языке этот ритуал звучит как миква, то есть погружение. Погружение. И всякий священник, который вставал на служение в скинии собрания, когда она была переносная, потом, когда Соломон построил храм, всякий священник, входя в храм и приступая к служению, обязан был окунуться, обязан был совершить вот это очищение. Он обязан был погрузиться в воду, очиститься, выйти из воды, и только потом, меняя одежды, он мог приступить к служению. Иначе он к служению приступить не мог. Такой был закон, такая была заповедь Бога. И здесь апостол Петр говорит, что это не тот ритуал.
это не ритуал от очищения какой-то ритуальной грязи, чтобы потом нам совершать служение. Он идет гораздо больше, гораздо дальше. И когда пришел Иоанн Креститель, он дал крещению другой смысл. Он дал крещению такой духовный смысл. Это очищение от греховного образа жизни. Вы помните, когда Иоанн проповедовал, он говорил такие слова: «Придите, приблизится к вам Царство Небесное». Потом подходили к нему мытари и говорили: «Что нам делать?» И он говорил: «Не берите лишнего». Подходили воины и говорили: «Что нам делать?» И он им говорил, как поступать правильно. Он их возвращал к Слову Божьему, он их возвращал к Торе, которая звучала в то время по всему Израилю, но было большое отступление от нее. И он возвращал их на этот путь. И он прежде говорил, и они исповедовались, когда подошли фарисеи и говорили: «А что вы-то пришли?» Он спрашивает у них: «А вы-то что пришли креститься?» Говорит: «Сотворите достойный плод покаяния». Достойный плод покаяния. А потом уже я вас крещу. Вот, дорогие друзья, Иоанн здесь внес в начале прям повествование в Новом Завете вот этот вот духовный смысл крещения, который говорит о очищении греховного образа жизни. И в послании к римлянам, я зачитаю это место, 6 глава, 3-4 отрывочек: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Как Христос воскрес из мертвых славы Отца, и дальше, так и нам ходить в обновленной жизни». Вот так вот нам ходить с вами в обновленной жизни. И в этом есть определенный образ. Так написано: «Так и вас ныне подобное сему образу крещения». Здесь несколько образов, о которых мы прочитали выше. Прежде всего, это вода. Вода – это прообраз нашего нынешнего спасения. Дорогие друзья, давайте вспомним, что было во времена Ноя. Произошло великое развращение на земле, и Бог сказал, что все будет уничтожено. И открылись врата небесные, открылись окна небесные, открылись окна земные, и вся земля была потоплена водой. Вода говорит о суде. И мы с вами читаем: «Так и нас, подобное сему образу крещения». И вода – это образ суда. Это суд. И только немногие спаслись. Это суд, и потом были спасены от этого суда. И от этого суда были спасены Ной и его семья. Они построили ковчег, ковчег плыл по воде, он был над этим судом. Суд совершился, а Ной и семья его были спасены. Немногие, только 8 душ. Вот, дорогие друзья, здесь мы видим суд и избавление. Суд и избавление. И также мы видим, что в этом образе есть слово «спасение». То есть мы спасены. И спасены от будущего гнева. Мы с вами спасены от вечной погибели. Мы с вами спасены от вечной смерти. И мы с вами спасены только в Иисусе Христе. Нет другого имени под небесами, через которое надлежало бы нам спастись. Вот Иисус Христос, мы понимаем, что Он является, как бы указывает на этот ковчег. Он указывает на это спасение. И мы понимаем, что если мы без Христа, то мы вне этого ковчега, мы вне этого спасения. Вот, дорогие друзья, кто еще ходит в наше собрание, слушатели, хорошо вы делаете, что приходите, и пусть Бог благословит вас и укрепит ваше сердце, чтобы вы приходили чаще, чтобы вы старались не пропускать ни одно воскресенье. И я хочу быть уверенным в том, что Дух Святой откроет вам это спасение, которое только в Иисусе Христе. Как когда-то Бог открыл это Ною, что только в ковчеге твое спасение от вечного потопа, так и нам Бог открыл, что спасение наше только в Иисусе Христе. Вот, дорогие друзья, и продолжая дальше вот эту вот мысль, мы с вами все тоже, было такое время, когда мы с вами приняли это крещение.
нас погрузили в воду, нас вынули из воды. Мы с вами спасены в Иисусе Христе. И дальше мы читаем, что обещание Богу доброй совести. Обещание Богу доброй совести. В слове «обещание» еще заключена такая мысль – клятва. То есть в этот момент этим действием мы с вами дали такое клятвенное духовное обещание Богу сохранять совесть чистой. Сохранять совесть чистой. И, дорогие друзья, вот учителя древности, которые еще были до Иисуса Христа, они клятве придавали очень серьезное значение. Значение серьезное заключалось в чем? В том, что если человек нарушает свою клятву, то он тем самым своими руками, своим действием навлекает на себя проклятие Божие. Бог не хочет его проклинать. Но так как он пообещал, но он поклялся, но он нарушил свою клятву, он сам тем самым навлекает на себя проклятие. Дорогие друзья, вы понимаете теперь, братья и сестры, насколько серьезен акт крещения? Мы в этом акте крещения пообещали Богу хранить добрую совесть. Мы пообещали Богу, что совесть наша будет доброй. Мы поклялись Ему духовной клятвой. Нас погрузили в воду, и мы воскресли с вами для новой жизни. Если мы с вами нарушаем эту клятву, то мы тем самым навлекаем на себя проклятие Божие. Мы сами на себя навлекаем проклятие Божие. И пусть Бог нас сохранит от этого, дорогие друзья, братья и сестры, чтобы мы были тверды, непоколебимы и четко-четко понимали, какая у нас на данный момент совесть. Добрая она, чистая, мягкая она, кроткая она, или она изо дня в день становится все жестче и жестче, и совесть, из которой отходит любовь, и наши дела уже превращаются не в добрые, а непонятно во что. И очень ответственно здесь апостол подошел, объясняя вот это вот нашу ответственность, которую Бог возложил на нас через вот это водное крещение. В 20 стихе с 19 начну, которым, то есть написано, что «быв умерщвлен по плоти, но ожив духом», потом дальше, 19 стих, «которым он и находящимся в темнице духом садя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором не ноги, то есть 8 душ, спаслись от воды». Очень непонятное, запутанное место, много толкований и много такого, что, ну, я знаю только 3. Не буду говорить о них, но ближе всего по тексту, если глубже вникать в него, здесь говорится о том, как раз-таки вот то, что, о чем я говорил, об ответственности. И здесь говорится о том, что Иисус Христос, воскреснув, в духе сойдя, проповедовал. Куда-то Он сошел, в преисподние места земли, и Он там проповедовал. Здесь очень как бы ясность внесет то, что если мы с вами поймем слово «проповедовать». Здесь написано, что Иисус проповедовал, но также это слово можно объяснить, и оно переводится как «провозглашал». Он провозглашал. В нашем русском языке «проповедовать» – это значит «рассказывать». Вот мы с вами проповедуем Евангелие. Я стою, проповедую, рассказываю вам. Мы выйдем на улицу, будем благовествовать, рассказывать людям о Иисусе Христе, о Его любви, о Его жертве, о Его воскресении. Мы проповедуем, мы рассказываем. Но это в нашем понимании, в русском языке. Но в греческом сознании, в греческом понимании слово «и проповедовать», «и провозглашать» – это одно и то же. И слово «провозглашать» в русском языке уже имеет немножечко другой оттенок. Оно несет оттенок утверждать. Утверждать истину. Говорить, что это так, а не иначе. Вот, дорогие друзья, если это сейчас нам стало понятно, то Иисус Христос в духе сошел в преисподние места и провозгласил свою победу. Он провозгласил свою победу над смертью. Он провозгласил свою победу над всем. Он Господь, Он Царь царей,
Господь господствующий. И он в преисподних местах земли провозгласил победу. Теперь возникает вопрос, кому же он провозгласил победу? Есть толкование, что он провозгласил победу те, которые погибли во времена Ноя, но оно совершенно неверно. Есть еще другие толкования. Дорогие друзья, здесь написано, что он провозгласил свою победу духом. Эти духи есть никто иные, как ангелы. Ангелы, которые не сохранили своего достоинства. И послание Иуды, оно подтверждает это. Смотрите, как написано в 6 стихе. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Вот к ним, к этим духам, которые не сохранили своего достоинства, Господь в духе был туда, Он сошел туда и провозгласил свою победу. Мы можем это сказать на основании послания Колоссянам. Это 2 глава, 15 стих. «Отняв силы у начальства и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Здесь силы и начальство – не что иное, как вот эти вот падшие духи, падшие ангелы. И он восторжествовал над ними собою и провозгласил свою победу. Дорогие друзья, вот эта вот победа, она совершена Господом нашим Иисусом Христом. И вот эти вот ангелы, которые не устояли, которые поддались соблазну сатаны, кстати, в еврейском языке он не сатана, а сатан, вот так вот его правильно, и они поддались вот этому соблазну и были увлечены его обманом, его ложью, и потом во времена Ноя произошло великое развращение на земле, и совершился суд не только над человеческой плотью, совершился суд еще над этими падшими ангелами. И послание Иуды нам это доказывает. И вот эти ангелы были заключены, и вот над ними Господь восторжествовал и провозгласил свою победу. Дорогие друзья, какой вывод этот для нас? Для нас здесь вывод такой. Если вот эти ангелы, которые не сохранили своего достоинства, подверглись суду, то тем более мы с вами. Тем более мы с вами дети Божии. Если мы с вами не сохраним своего достоинства, достоинства детей Божьих, если мы с вами не сохраним ту совесть доброй, которую Бог нам дал во время нашего рождения свыше, если мы с вами не сохраним, то нас ждет точно такая же участь. Дорогие друзья, это не, я не хочу навести какой-то там страх и еще что-нибудь, потому что победа, она совершена. Победа, она в Иисусе Христе. И мы здесь читаем во втором стихе, «Который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Это еще раз подтверждает эту мысль. И дальше говорится, что обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа нас спасает. И, дорогие друзья, братья и сестры, мы не сможем с вами сохранить добрую совесть, не уповая на Господа нашего Иисуса Христа. Мне очень понравился один пример. Брат как-то в слове своем говорил о взаимоотношениях мужа и жены и привел такой пример. Вы помните, из первой книги «Царств» первая глава начинается с того, что вот Анна, она была бесплодная, она очень переживала, страдала от этого. И потом в один из праздников они пришли в Иерусалим, и она пошла в храм и там молилась. И это первая глава с 10 стиха прочитаю. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Она обещает, что отдаст этого дитя Господу на все дни жизни. И брат сказал такую мысль. Почему-то Слово Божие не говорит, а посоветовалась она с мужем или нет. Судя всего, что нет. Она ему ничего не сказала. Она излила горесть своей души Господу и дала ему обет. Она поклялась ему, что если Бог даст ей дитя, то она отдаст его Господу. И смотрите, как, что происходит дальше. 22 стих.
Анна же, то есть следующий праздник, она уже родила, сказала мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом, и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». Как красиво поступил Елкана. Он ни слова не упрекнул ее. Но смотрите, какой духовный человек, как он поступил по духу, как мы слышали в начале. Он говорит такое слово: «Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». Вот, братья и сестры, только бы Господь утвердил наше обещание Богу доброй совести, которое мы совершили в крещении. Дорогие друзья, братья и сестры, нужно молиться об этом Господу. И молиться об этом всегда, чтобы Бог утвердил это. Чтобы мы смогли с вами до конца нашей жизни сохранить свою совесть доброй, чистой. Потому что так откроется нам свободный вход в Царствие Небесное. И когда наша совесть чистая, то наши дела всегда будут добрые. Когда наша совесть чистая, мягкая, на нее способен воздействовать Дух Святой, где-то нас остановить, где-то нас поругать, где-то нас и сказать, что вот за это ты будешь наказан, где-то, может быть, нас устрашить и словом своим, и проповедью. Когда наша совесть восприимчивая, добрая, мягкая, чистая, дорогие друзья, мы открыты для Господа. И когда она нас не осуждает, то врата небесные открыты, и молитвы наши приходят к престолу благодати. И мы в своей жизни видим действие руки Божьей, мы в своей жизни видим, как Господь совершает что-то вокруг нас. И слава Ему за все. Только бы Бог благословил и утвердил это в сердцах наших. Дорогие братья и сестры, заканчивая свое слово, хочу сказать такую мысль. Мы с вами идем этим путем, и пусть Бог благословит нас обращать наше внимание на нашу совесть. Какая она? И всегда Господь предоставляет такую возможность помолиться, покаяться, очистить свою совесть. У Него много благодати и милости. Его кровь настолько действенна, она настолько жива, настолько сильна очистить нас от всякого греха. И самую порочную совесть, которая порочена множествами грехами, превратить в добрую, мягкую, которая будет служить Богу, Отцу нашему Небесному. Слава за все. Аминь.